есть еще VIP здание. Но мне даже больше нравится основное, потому что там, где я уже говорила, VIP, там все время музыка играет. Сниму номер наш. Это туалет обычный. Ничего необычного, обычный унитаз. Так, ты заходишь вот так в дверь. В комнате сразу джакузи, кровать. Так, умывальник 2. Душ-кабина. Кстати, большая душ-кабина. Там всегда по 4 полотенчика лежало. Фен. Это купешка. Так, мини-бар. Тут всегда напитки. И вода обычная, вот это минеральная. Это пиво все время здесь было. Оно есть, каждый день пополняют, это все бесплатно. Вода 1,5-литровая, по-моему, баклажка. Сейчас посмотрю. Так, Пепси, Фанта. А, не, Фанту это мы покупали. Юпи, или как там называется? Не Юпи. Севен Ап, вспоминала, как бы. Да, 1,5-литровая. Вот, всегда по 3 баклажки лежало воды. А это мы купили уже этот Кламат. Там очень вкусный у них напиток. Томатный сок. Он с сельдереем идет, с лаймом и с моллюсками. Ну, моллюски ты не чувствуешь их, но очень вкусно. Так, Пепси Зиро. Пепси Usually. В общем, каждый день бар пополнялся. Кофеварочка. Вон кофе мы так и не пили, потому что это невозможно столько кушать и пить. Так. Это на баре раздают бесплатно водичку. Телевизор. Такой столик, диванчик. И выход на балкон. А, гладильная доска еще есть, утюг. И выход на балкончик. Так, выходишь. Вот на территории получается 4 бассейна. А, вот еще 5-й с левой стороны, я не увидела его. И вот там пляж, Пальмовая роща. И вот здесь люди тоже отдыхают, тут тоже есть шезлонги. Массажики делать, там такие бунгало красивые стоят, видно, будет белый. Вот так. А у некоторых людей был джакузи прямо на балконе. Так, сейчас я вам покажу завтрак.
возможно, йогурты, какие хотите, фрукты, ананас, папайя, арбуз, дыня. Кто кушает разные мюсли. Сейчас тут авокадо уже закончилось, рыба красная, пожалуйста, сыры, колбасы. Вот этот паштет я кушала, очень вкусный. Сейчас дальше покажу. Вот сыры. Красные. Такие яичницы. И такая яичница. Разные кашки. Тут разные пончики. Сэндвичи. Кейки. Мясо с утра режем. Сейчас тут делают вот вафли и блинчики. Так. Там бекон. Тут омлеты делают. Сейчас запеканки и яйца. Хорошо, это только завтрак. Фасоль. Разные испанские темы. Салатики. Хлеб. Можно подсушить, можно сэндвич сделать. Так. Это еще не все. Соки, джемы, фрукты, соки. Тут еще есть выпечка. Так быстро пробегусь. Так, это кашу я уже показывала. Да, не знаю, что. Разные печенька, какие-то пирожочки, бисквиты, рисовая каша, соевое молоко, almond milk, как это называется, орех almond, забыла. И вот такие соки. Все. Температура 22 градуса стоит. А еще что мне очень сильно понравилось. На пляже никто не курит. Есть специально такие отведенные места для курения. И бычки на пляже не валяются, что самое интересное. Вот, захотел покурить, пожалуйста, встань, покури и приходи на пляж. И никто тебе в лицо табачным дымом не дымит. Вот здесь у них уборка происходит. Не знаю, мне кажется, как каждые полчаса, если не минут 20. А это пляжный бар, один из. Коктейли делают, ромы, текила. Вот так.
хочешь на шезлонге лежать, пожалуйста, можешь вот за столиком посидеть. Вчера люди в карты играли. Вот носят коктейли. Бесплатно, кстати. Все включено, поэтому бесплатно. Сок такой приятный. Такая красивая пальмовая роща. Шезлонги. Прелести мексиканского отдыха. Боже, захожу я в номер, что я вижу? Что это за романтик такой? Ничего себе! Какая кошечка! Прикольно. Сейчас я покажу вам столовку. Там чай, кофе. Так, это только салатики разные. Здесь разные сосиски, бургеры, гамбургеры. Так, митболы, свинина. А, не свинина, рибай стоит, говядина, чикен. Так, сейчас пойду себе возьму тарелочку. Хочу взять фруктов. А, соки еще тут. Хлеб. На завтраке все намного больше. Тарелочку беру. Так. Женщина. Ей мало. Она пришла еще покушать. Так. Разная картошечка, крылья, буфало, пюрешечка, сыр запеченный. Так. Картошечка, там еще жареное яйцо, здесь рис, брокколи, тушеные помидорчики, короче, куча всего. Тут еще паэля была, уже съели. Так, это тунец, а, марлин, соус, креветки в чесночном соусе, какая-то рыба, не знаю, и туна. А, это туна, а это какие-то такие пирожочки вкусненькие. Так, здесь пасту делают. Так, это еще не все. Идем дальше. Это сладости разные. Какие хочешь. Фрукты. Дыня, апельсин, папайя, апельсин сицилийский, апельсин обычный. Вот это не помню, как называется. Дыня, пассифлора. Там арбузик, здесь арбузик. Почему-то колбаску положили сюда, не знаю, как принято. Фрукты разные, сыр. Бананчики разные, сухофрукты. Так, а, вон еще сыр. Так, идем дальше. Здесь делают такосы. Ты такосы взял?
Вот. Можно самим сделать такос. Вот так делают такосы. Вот такие вот. Сам себе набираешь в лепешечку. Тебе только мяско дают. И там поджаривают такосы. Здесь я не знаю, что-то их местное. Да. Тарелочки подогреваются. Так. Здесь пицца. Делают пиццу. Здесь разная паста 4 вида. Паста болоньеза. Вот она. Еще одна паста. Песто паста. Паста с томатами, вот, с песто, и здесь пицца уже разобрали, сейчас будет новая. Пицца. Пицца тоже 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 видов пиццы. Ну, в принципе, здесь разные соки, вода. И еще есть суп. Я сегодня хорошо позавтракала, поэтому не хочу обедать. Я буду сейчас кушать арбузик. Арбуз очень вкусный. Сейчас папайю, ой, не папайю, а пасифору не хочу. Так. И возьму вкусную дыню. И желтая нравится, и зеленая нравится. Какую взять? Возьму желтую. Она такая, мне кажется, более ароматная. А так все вкусно. Так. И самое главное я забыла показать. Блин. Вот здесь мороженое. Вот ты берешь себе вот там вот стаканчик. И съел мороженое. Короче, разное, и шоколадное, и манго, и вот это я брала, не помню, какое. Но очень вкусно. И кокосовое, и карамельное, что-то такое. Еще вот здесь вот так вот. И здесь разное. Вкусное. Еще ты можешь мороженое там чем-нибудь вкусненьким полить и присыпать. Клубника, cheese ice cream, лайбрис и лимонная. А можешь себе рожок сделать? Вот как девочка делает. Можно в тарелку. Вот можно в тарелочку положить. Кому как нравится. А вот здесь суп. Вот такой суп. Так, сегодня суп де поло какой-то. Не знаю. Что-то суп. Чикен суп. Куриный суп сегодня. И соки еще вот так вот можешь пить. И хлебушек. И все. Сейчас кокосик будем кушать. А ты сними, когда он мне даст, ну? Красотка греется.
прям не пляж, а целый зоопарк. А подружка сидит. Ничего себе. This is Bori Flatkos with Boro and garlic. Okay. Or we have a Bori Flatkos with Boro, picking cheek, some Mexican paparito. Or we like have a fried Thank you.